Доброе. Доставайте бокалы. Слушайте. Достань мне тоже бокал, пожалуйста. У нас были постоянно там бары всякие разные. И в один из них приехал Грег автостопом с Москвы. И его привели Бармука. Назывался он. Очень много муки было. И он пошел пописать. Ну, каждому мужчине иногда нужно пописать. Вот. Он забыл закрыть щеколду, и мы в его кабинку ввалились разнюхиваться. Жестче! Давай жестче! А есть еще водка? Так фактически случилось наше знакомство. И после этого что началось? Мы много как-то, что ли, пьянствовали, и из этого вытекло... вытек некий дуэт. Саня, вот, движение, реально, вот. Посмотри за Петром. А есть? Нет, это не совсем Фрэнк. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama's gonna worry and your daddy's gonna stay. Nobody bother brave. Yeah.
читаю о Жанках и читаю, туда мы приехали с похмелья, сюда мы приехали бухие. Здесь мы бухаем, здесь мы проехали. Мы вот здесь не знаем, потому что бухие. Вот эта тема, вы словно, ну, как будто кичитесь, мы прям бухаем. Вот то, что вы бухаете, это помогает или мешает? Я не пью вообще. Да. А еще я всегда говорю правду. А где мы пишем, что мы бухие? Это забавно, это экспозиция. Окей, окей. В моем понимании это экспозиция. Мы нажались, дальше происходило следующее. Ты поэтому в «Голос» пошел? Вот, нет, меня пригласили, я не ходил в «Голос». Но как ты не ходил в «Голос»? Ты же поехал туда, конечно. Меня пригласили, я приехал. Вася, первое, что я вижу, это лидер «Голстрима», короче. Я пойду. Вот, мы сначала с моим... Ну, мы с моим учителем по вокалу сначала пили джин в баре на Мосфильме, а потом я увидел, как Семен, короче, допивает этот егермейстер и ставит бутылку, и прямо перед выходом на сцену я сверху джина закидываю ягер. Вот, и меня просто под этими софитами начинает размазывать просто жестко. Это первое? Вот, я выхожу на сцену, мы начинаем, типа, ставиться, он там этот свой орган, короче, вот, микрофон там, все дела, саундчек. Вот, и тут я понимаю, что мне, ну... То есть ты проебал «Голос», потому что был бухой? Да хрен его знает. Я на репетицию с Меладзе пришел однажды после коньячка, типа, и он это заметил. Да, это такое, я думаю, такое, что с этого момента закралось этим, некий... Кстати, вот... главный по оркестру у них. Мерзкий такой хрен. Так ох, вот, Семен. Мы приходим, тип вообще, я абсолютно вот с такими глазами, Грег бухой после коньяка, от него бразит конина, Меладзе говорит потом, ну вы хотя бы жвачку бы пожевали, да? И хаус-бэнд такой, да, так, все, начинаем. Раз, два, три, четыре, и... Сходу я беру аккорд не в той тональности, а Грег забывает слова, потому что и вот это неловкая пауза. Но мне показалось, вот по этому взгляду того же Меладзе, что он подумал, блядь, ну нахуй. Ну просто, ну сложный тип. Да я думаю, это в целом просто не его кусок мира, в котором он шарит. Он там типа говорит, давайте заплывем за буйки, там типа, ну да. Вот, но я думаю, что Юлиана это все-таки его человек. У нас разные представления о буйках. Вопрос к парням, вопрос к парням. Парни. Вам вообще окей, что Грег поехал вот в «Голос»? Слушайте, да любой хайп, пожалуйста, хоть бы мы уже концерт хайп начали какой? Играть почаще, там не было вообще слов про «Джанки Яр». Да пожалуйста, хоть бы просто люди начали почаще ходить на наши концерты стали, покупать дешевый билет, набиваться в зал и слушать нашу музыку. Мы тут сейчас, конечно, затронули тему «Голоса», оказалось, что музыканты были бы очень даже не против, если бы поперли концерты. И хочется спросить себя, а ты вообще зачем пошла в «Голос»? То есть что тобой двигало, о чем ты думала, когда ты... пришла туда. Зачем я пошла в «Голос»? Ага. Но на самом деле очень похожа ситуация из разряда, что все 7 лет ты твердишь, что нет, я не пойду на «Голос», вы издеваетесь. Потом я прекрасно понимала, что меня даже и не пустят на Первый канал, учитывая мое сотрудничество с некоторыми дамами. Могут... Это из-за того, что твой коллектив ездил с Pussy Riot? Да, я думаю, что да. А зачем твой коллектив ездил с Pussy Riot? Изначально не стоял вопрос о коллективе. Им нужна была какая-то девчонка, у которой достаточно, видимо, своевольный нрав, и которая скажет, а что, можно сесть за это, да, пофиг, посижу. Вот. Ну, на тот момент, когда мне было 24 года, я была вполне себе той девчонкой. Это был отличный опыт, очень полезный. И я понимаю сейчас, что если бы я когда-то испугалась и сказала «нет», я бы не побывала на очень интересных мероприятиях и сценах, не познакомилась бы с огромным количеством потрясающих людей. И более того, не познала бы, наверное, ту сторону шоу-бизнеса, которая тщательно скрывается. А тебе это в дальнейшем как-то помогает, наверное. Что ты узнала? Ну, я узнала, что сегодня, наверное, не так ценен сам материал, который ты несешь, к сожалению. Сегодня ценен персонаж, сегодня ценно твое, я не знаю, лицо, Инстаграм, количество подписчиков и прочая ерунда. Если ты лезешь в политику и что-то громко кричишь, то подавно люди будут приходить не для того, чтобы послушать какую-то потрясающую музыку или типа того, или тексты даже. Нет, просто людям нужно прийти, чтобы показать, что они поддерживают данную возню. А с точки зрения музыки тебе это было интересно?
Ну, я, в принципе, и пошла для того, чтобы там появилась какая-то музыка. Мне же прямо дали понять, что как бы мы не музыканты, мы политические активисты, а в остальном мире, помимо нашей страны, все-таки еще очень много стран, и везде... Везде восприняли так, как Пол Маккартни поддержал и просил там отпустить молодых мам из тюрьмы. Все поняли так, что это панк-группа, которая просто хотела выступить, а им не дали. И за это они сели. Для там той же Америки это, ну, просто жирнейший кусок, на который можно развернуться и пойти поддерживать, потому что все права человека, как-то они что, не имеют права, эти панк-девчонки, это панк-группа, у них же были инструменты. Ну, знаешь, меня вот что в этой истории удивило, то, что, во-первых, я твою группу люблю и слушаю. Раз. Спасибо. Вот, и нам, мне очень нравится. Ее, вот. Правда, больше нет, и, ну, неважно, у меня есть зато ваша пластинка. Вот. И мне казалось, это прям очень музыкальный проект, точно такой же, как Джанк Ярд. Я поражен, что вы как бы вместе. И это еще одна группа, которая мне очень нравится. И я подумал, вот интересно, а она спустирает, это получается, в принципе, за хайпом идет. Потому что пойти туда за музыкой, как бы, ну, невозможно. Ты понимаешь, что это чисто политическая история, что это чисто заголовок. А вот тебе зачем? То есть вот это я не понимаю. Тем паче, что ты потом по факту, ты их, прости за выражение, слегка и слила. То есть они все, что они есть, а это политика. И ты говоришь, ну я, да, с Pussy Riot поехал, только политика, вот это их мне вообще нахуй не нужна. Угу. Это, ну, ты же, получается, слила, это не очень true. О, я не знаю, нет, true, не true, это все вопрос как бы еще человеческого фактора, а для меня это все-таки всегда на первом месте, и когда тебе приходят девочки и говорят, блин, понимаешь, что такая ситуация, для карточного домика нужно записать песню, а мы вообще не поем, нам вот прислали музыку, а мы вообще не знаем, что делать, а еще нужен какой-то текст, может быть, ты можешь нам помочь? И, естественно, ребята из моей группы сказали, нет, если ты это сделаешь, все, нашей группы больше нет, мы с тобой не работаем, это полное говно, вообще не связывайся с ними и прочее, и прочее. А мне было интересно, если группа Duke Wood будет в титрах карточного домика, что это вообще может дать? Я никогда не записывала для таких масштабных проектов какие-то песни. Я знала, что для меня это 15 минут делов, это так. И мне пообещали договор, и мне пообещали какую-то, естественно, оплату этого. Мне было интересно, потому что это как бы вот наступить туда, вот туда, вот этот бизнес именно. И это всегда интересно, особенно если тебе 24. Вот, и ты еще не знаешь, что ты запишешь эту песню, но никакого имени твоей группы нигде не укажут, и ни копейки тебе не дадут. Но сейчас то есть они поехать. Тебя по факту кинули? Ну, и не раз. В смысле? Ну, расскажи, как бы... что еще не раз кинули. Это, понимаешь... Для многих Pussy Riot — это люди, которые честь... И совесть. Ну, да. Я не вхожу в состав многих, значит. Вот и все. Ничего в этом страшного нет, я к этому привыкла. То все есть, по факту, наоборот. Вот этот выезд с Pussy Riot для тебя означал конец карьеры музыкальной. Ну, окей. Что-то я бы не сказала. Про голос я, ну, бы все-таки, типа... наверное, добавил нечто. Карьера, там, не карьера. Может быть, в этом я моменте очень конкретно проебалась, и нужно было продаваться с потрохами. Я не знаю. Но я знаю только то, что я никогда не делала того, чего я считала, ну, как бы, неприемлемым для самой себя. Когда бесконечные там BBC каждый день хотят взять интервью, а у меня язык подвешен лучше, там, например, чем у Маши, она тащит меня с собой и говорит, пожалуйста, пожалуйста, посиди, что-нибудь поговори. Мне было несложно отвечать на их вопросы, просто потому что их вопросы никогда не были какими-то острополитическими. Они не говорили, а так, какой партии вы принадлежите вообще, каких взглядов вы придерживаетесь, а что вам так не нравится в вашем президенте и прочее. Они пытались обсуждать какие-то совершенно человеческие моменты, вопросы, типа там вот ношение паранджи тогда было очень остро актуально. И спрашивали, ну вот а вы же тоже девушка, вот что вы вообще считаете? Это ведь как вот нам теперь быть здесь, в Шотландии? Вот. Классно, ты просто высказываешь свое мнение и на вопросы, как вы сюда добрались, говоришь, что ты прилетел на розовом единороге. Clash and peace.
Харрисон был трезвенником, как вы думаете, у него что-нибудь получилось бы? Ну, фолк хороший он бы, мне кажется, исполнял бы. Я думаю, из него получился бы хороший адвокат, наверное. Вот, или ладно, ни один из нас лично не знаком с Моррисоном, вообще без идей. Может, он на так самом деле даже не бухал, ребят. Не верьте во всю мифологию, которую ходит. Да ладно, просто сизался по трезвенному. Просто сался, чувак. Проблемы были. Как меня всегда стали вокруг все пьяные. Ну, его девушки однозначно писали, что он редко, когда приходил домой, не обосравшись и не обосравшись. Это правда. Кстати, знаешь, вот вопрос всем. Да. При всем при этом Джим Моррисон — это икона. Ну, прям икона. При этом Виктор Цой, как мне кажется, он значительно больше значил для там, ну, каждого второго жителя страны. Но он превратился в такой довольно грустный образ. Почему Виктор Цой — это такой некий печальный образ, а Джим Моррисон — рок-икона? Перед тем, потому как кто-либо ответит... Потому что Цой из печальной страны. Мне кажется, вот просто декаданс, петербургский декаданс, да, вот влияет на это все. Так или иначе, на русский рок декаданс влияет прям полноценно. Вот. Джим Моррисон — это ЛСД и виски, а Цой... Это даже кочегарка. Безотносительно к Цою самому. Это типа клей и дешевые сиги. Вот. Что фанаты исповедовали, вот примерно поэтому такой образ, наверное, есть. Причем здесь Цой как поэт или как музыкант-вокалист. А русский рок чем-то отличается от всего того, что стал за пределами? Ну, то есть чем отличается русский рок от рок-н-ролла? В мировом мире, понимание. Ну, примерно чем отличается, возможно, Достоевский от каких-нибудь там битников. Более, может, что ли, экзистенциально. Я очень не хотел использовать это слово, но боюсь, что без него никак не обойтись. Типа, что такое русский рок для меня лично, как я это понимаю? Это какая-то... Ну, это какая-то, что ли, надломленность, какая-то такая обреченность через какое-то говно, грязь, и через которое, типа, чуваки несут какую-то идею, в которую, ну, типа, чертова даже и поймет, как это правильно описать. Мне очень нравится, например, в Эдике Старкове то, что он повесился. Я вообще считаю то, что если музыкант... Блин, ну ты ублюдок, просто пошел в жопу отсюда. В итоге вешается или что-нибудь типа делает со своей жизнью, то это, ну... Это, ну, по сути, это вообще самое крутое, вообще самое крутое, что может сделать человек. Не то, что музыкант или художник, перформансист, а вообще, что может сделать человек. Да, да, да. Если музыкант заигрывает со смертью в образах и во всей этой движухе, а потом берет и реально откидывается, это значит, ну, это значит, как бы тут не шутка. Суицид — это, блядь, просто суицид, короче. Это, ну, просто пиздец. Сложная тема. Ты думаешь, что это имеет отношение к искусству, что ли? Это, да, определенно. Блядь, ну, это слушай, если бы Честер из Линкин Парк на самом деле дожил до старости и был бы счастливым, да, добрым старичком, ты бы понял, что Линкин Парк был полным пиздежом. Блин, да, ну а Ричард Хелл же дожил до старости, но... Ну извини, но... Патти Смит дожила покажи до старости. Покажи мне хоть один текст Ричарда Хелла, в котором он хоть как-то не забей, любит жизнь. Да, обнажённость была. Слушайте, а вы можете прям конкретно привести, не знаю. Он был героинщиком. Все там было. Что ты говоришь? Можете привести прям полного того, о котором мы говорим. Можете прям 10 отличий. Рок-н-ролла? Да. На 5, давайте 5 отличий, прям конкретных, да. Рок-н-ролл — это плюс-минус задорно. Да. В русском роке нет никакого задорного. Я не хочу Науменко, говорить. Майк Науменко был задорным чуваком. Ну, смотря что подразумевать под задором. Вот, давай разберемся. Задор какой-то такой, немножко вот такой, около... Сидя на белой полосе, там, Майк Науменко и пригородный блюз — это все задорная музыка. Майк Науменко был задорным чуваком. Да нельзя быть задорным, упиваясь просто до беспамятства. Он не всегда упивался до беспамятства. Задорный. Просто рок-н-ролл сделали по большей части деревенщины, вроде там Джонни Кэша и Элвиса Пресли, а в России рок-н-ролл делали типа интеллектуалы горшка, всякие, ну, короче. Блин, нет, до этого. Все еще не понимаю. Вот, наверное, в этом и разница. Да самое основательное отличие, мне кажется, вот именно вот словесности находится, вот так или иначе. Просто потому что там это гораздо проще, блин, и да, эмоциональнее. Блин, а тут больше смыслово, вот и все. Слушайте, у них на английском кажется, был рок-н-ролл, тоже местами неплохие тексты, да, взять того, да, же Джонни, да, Кэша. Но это не основное, хорошие тексты, очень славные суть? Тексты. Вот, и в России тоже писали славные тексты. Мы, конечно, очень любим да, здесь, в России, сидеть. Отличие. У нас особая душевность, но на самом деле у Кэша тоже есть охрененно душевные, да, песни. Все вот, как. И у Боба Дилана есть охрененно душевные песни. Отличие русского рок-н-ролла от иностранного в том, что он отстал на 20 лет от него. Все. О, да. Quite enough. Вот, потому что, например, того же Гребенщикова, когда он стал вот этим сраным буддистом, кстати, который классный. Думает, что, ну, короче, источником фальшивого света, потому что ни хрена он не воспитывался в буддистской традиции, он просто об этом пиздит больше всех. Вот. А вот его альбомы до этого я просто обожаю. Серьезно, «Равноденствие» — один из моих любимейших альбомов вообще в русском роке.
Но он весь как бы взят. Jet Retail, Pink Floyd, как бы это все понятно, откуда ноги растут. Но он написан на русском. Black, и он написан на русском с разницей в 15 лет относительно того, что делали там. Вот и все отличие русского рока от другого типа. Все самое клевое просто взято, немного переосмысленно, написано на русском языке и выпущено здесь. Quite enough. Слушай, ну ты вот тоже же, как музыкант, как поэт, несешь какие-то смыслы, эти смыслы очень глубокие. И я это поняла только, когда заморочилась и стала переводить твои тексты. И мне очень нравится ваша музыка, но я понимаю, что, не осознавая смыслов глубоких, которые туда заложены, степень сопереживания вашей музыки, она сильно меньше. Почему все-таки, так, зачем ты прячешь за английский язык? Черт побери, как приятно. Нет, погоди, иди ты нафиг вообще. Это так они круто. Они не знают, о чем я пою, они спокойно это все играют. Им не, Грег прав, на самом деле. Большим счетом плохо знает текст Грега. В смысле плохо знает? Ну, не, мне не насрать. Я очень много говорю сейчас ребятам о том, что на самом деле на русский язык переходить надо. Хотя я протестовала против этого дофигища лет, и Глеб Самойлов из «Агаты Кристи» меня проклял, потому что сказал, если ты на русском не запоешь, я тебя прокляну. И по всей видимости это сработало. Привет, Глеб, у тебя получилось. Вот. Ну, периодически я пишу стихотворения на русском, я не пишу песни на русском. Дальше я просто понимаю, у тебя есть два инструмента в песне, ну, которые вызываются переживания. Музыка и текст. Вы пользуетесь одним. Ну, как бы, на 50% меньше. Зачем это? Знаешь, для меня это похоже на добровольную самоизоляцию. Вчера Юль перевела, прочитала мне. Очень крутая история, потому что и это там «Я гною в твоих ранах» — это такой, сука, образ яркий. И если бы я его услышал на русском языке, это было бы прям вот бомба. И я абсолютно точно могу сказать, как человек, который 25 лет этой хуйней занимается, что группа «Junkie Yard Story Tales», работая 4 года на русском языке, была группой, рок-группой номер один. Я абсолютно в этом убежден. Сложный вам на самом момент. Можно. Раньше для кого не было такого вопроса. Ну, хочешь ты писать на английском, ну, как бы ты пишешь на английском. А потом вот со всей этой ботвой, там, с импортозамещением, там, с новой русской идеей. И вот я помню там, да, я, ну, получается, с 2006 года как бы начал угорать по музлу, гонять на концерты. Ни для кого никогда не было вопросом, какого хера группа пишет на английском языке. Не было такого вопроса в целом, типа, а чё, а почему тебе не написать на русском? Ну, по крайней мере, вот у меня такого я не встречал до какого-то определенного момента, который связан вот с этой вот путинской псевдо-новой русской весной, да? А вот, когда он там попытался, блядь, отжимать какие-то там землишки, вот, и вот на этом всем строить. Под окном уже «Черная Волга» стоит. Вот, и как раз-таки началась вот эта вот новая русская весна, и началась вот эта ботва с тем, что все начали петь на русском. И то есть вот это вот пение на русском стало... Ты связываешь это с... Пение на русском стало какой-то новой идеей, типа, культурной, да, то есть мы теперь очень любим Фейса, хотя, блядь, лучше бы он на русском никогда в жизни ничего не делал, потому что даже его оппозиционные вещи, в которые он там вроде как вложил свой интеллект, там... Вот, ну это, подожди, дерьмо собачье. Слушай, это не вопрос. Лучше бы он писал что, про типа, бургеры и про минеты, как бы. Я... Это было, да, для него нормально, естественно. А когда он пошел вот в эту всю оппозиционную ботву, он на русском написал такого говна. Вот, «Фараон» тоже, ну как бы, с русским языком идет нахер. Вот, все это как Брэд, бы было... Брэд, ты сейчас мешаешь. Извини, пожалуйста, Сашенька, пожалуйста. Котлеты с носками, да, секунду. Вообще. Так вот, и вдруг стало, типа, очень как будто бы вульгарно писать что-то на английском языке. Вот, и для меня как раз-таки это даже, может быть, в какой-то степени уже протестная такая вещь, когда до тебя все доебались, а хули вот твоя группа еще не пишет на русском языке, а я бы, блядь, и не обязан вам писать на русском языке. Вот что вы со мной сделаете? Не, ну, обязан, правда, точно. У вас есть, у вас есть один, другой, третий, как бы во всех жанрах. Вы можете там, ну, их сосать, как бы, и меня не трогать. Я буду писать дальше на тех языках, захочу, попробую на португальском записать. Вот, если у меня будет там какое-нибудь вдохновение, запишу на русском. У меня есть тексты на русском, мы их еще не саранжировали, они еще где-то недописаны, что-то мне в них не нравится и так далее. Иногда бывает такое, что тебе приходит мелодия в голову, вот эта вот фраза-открывашка, две первые строчки. Она приходит тебе в голову на русском языке. Пульсация, рокот идет от пола, лоу-пога и так сказать, далее. В холодной полночи под поле переключим слоу-моу, в полых коробках мониторов, в порталах вуду, ты в полных водах тайных комнат, здесь нету полу и так далее, короче. Хорошо. По факту это получается такой легкий путь, ну, то есть не легкий, наоборот, это такой путь самурая, то есть ты себя не предаешь, даже если это тебя переводит в некий жанр андеграунда.
Не надо драматизировать лишний раз. Ну, нет, ты андеграунд, вообще группа Джанки. Конечно. Грег, какой андеграунд? Это самое, что ни на есть. Не надо самодраматизировать. В России это такой андеграунд, насколько это возможно. Это хрень, типа. А иначе что ты считаешь андеграундом? Ты играешь в опере, типа, концерт с оркестром, типа, перед полным залом. Да. Я думаю, что ты андеграунд. Что такое для тебя андеграунд? Ты говоришь, Шор Парис, это андеграунд или не андеграунд? Ну, уже вряд ли, на самом деле. Повылыши немножко в андеграунд. Вот. Ну, типа, на них, да, все дрочат, как бы. Близок, они уже стали частью поп-культуры, наверное, все-таки русской. Они интересно, выкратились, мимикрировали под эту движуху, они начали... типа ездить на вот этом образе, типа играть с вот этими правилами поп-культуры и как-то вот производить некую такую переосмысление. Там вот эту мясорубку много реально, закинуто, мне кажется, короче, что андеграунд — это изначально то, что маргинально. Что такое маргинально? Это то, что идет вразрез общественному канону. Сейчас, несмотря на то, что время изобилующее всяким дерьмом, можно выделить некий общественный канон. Я лично его всей душой презираю. Вот некие общие... То есть ты играешь в андеграундной группе? Течение. Я считаю, что да, что в данном смысле можно собирать зал, можно собирать 5 тысяч, можно собирать 10 тысяч... таких же самых маргиналов, как ты сам, и при этом вы все, и все, что происходит, да, является андеграундом. Да, еще мне кажется, слушайте, понятно, я тоже, я это четко понимаю, потому что на самом деле неважно, на что ты продаешь билеты, на андеграунд, на поп-музыку, но сам по себе идея... Да, поп-музыка может быть андеграундом, да. Вот в этом ты и фишка. Вопрос, есть ли... Да. Какой? Что для тебя является вот эта граница между андеграундом и поп-культурой? Вот это интересно. А я считаю, что сам, в общем, ответил, подпишусь. Да, да. Мне кажется, что это очень правильное определение. То есть, когда ты не принимаешь современную культуру, или, например, политику, неважно, на что направлено это, да, или современный контекст, и ты занимаешься творчеством вне этого контекста, другое дело, что это творчество может потом собирать хоть стадионы. Блин, я очень не хочу быть андеграундным артистом, я ебал это в рот. Безинициативные, обкуренные дебилы, которые не могут двух слов связать, типа, которые не знают все свои интенции даже на 3 дня вперед, которые, блядь, не знают, зачем и что они делают, короче, что они пишут, нахрена они всем этим занимаются. Yeah.
Сейчас, я, Саша, задам вопрос. Саша, на какую-то ерунду. Ты, ну, как бы ты часть коллектива, но при этом у тебя есть возможность смотреть как бы со стороны. Как я считаешь? Сторонняя часть. Да, да, да. А вот на твой взгляд, парни занимаются больше процессом, больше нравится процесс или результат? Для Родины важен. Они ради процесса это делают? Родина важен путь. Я думаю, что они делают это ради процесса в надежде на то, что когда-нибудь они получат результат, который самих их удивит. И они пытаются сами себя этим удивить и обрадовать. Да? Мы идем к тому, вот к этому в моменту, типа на 10 минут, когда начинается звук, типа полный звук, да, на репе. И кто-то принес там свое какое-то дерьмо, кто-то принес на это все дело текст. И вот мы начинаем звучать, и начинается вот эта вот эрекция, да, типа там надпочечники, адреналин, вот эта вся тема. То есть момент вот именно катарсиса на репетиции, когда ты вдруг понимаешь, что ты нащупал какую-то вещь с точки зрения искусства. Ты нащупал какую-то пульсацию, которая просто охрененно всех прет. А кто-нибудь из вас был близок к тому, чтобы стать участником клуба 27? Ну, то есть вы же уже, многие из вас старше 27. Подождите, рано говорить, мне 15 апреля днюха, как раз 28 мне исполняется. Ага. Спасибо. Ну, я могу сказать, что в 27 как раз-таки я, может быть, чуть-чуть подуспокоился. Я бы мог основать клуб 26 или даже скорее 25. Вот 25 я бы мог реально что-нибудь такое сделать. Знаете, ну я как бы вообще старше, оказывается, всех ребят, но... Мамочка. Мне почему-то было даже как-то не весело и немножечко грустно, когда мне исполнилось 28, и вместо того, чтобы люди мне писали сообщение, типа, поздравляю, с днем рождения, тебе 28, они написали, блин, Сань, ну ты даешь, а мы думали, ты попадешь в клуб 27. И таких сообщений было очень много, люди разочарованы были. И в какой-то момент я поняла, что даже действительно им уже так-то все равно, типа, я жива или нет, просто им было прикольно. Потом бы было говорить, что да, помните этого вокалиста Джеку, клуб 27, мы знали, что она в него попадет, она в него попала. Офигенно. Ты становишься... Я не думаю, что на самом деле, что даже Моррисон был бы такой иконой, если бы он не инсценировал свою смерть. Нет, потому что я верю, что он ее инсценировал. Я знаю людей, которые с ним виделись после этого. Так откуда взялся клуб 27, да? Откуда он взялся? Да, скажи уже просто. Вы знаете Санхаус Ричарда, господи, Роберта Джонсона? Конечно. Вот, Роберт Джонсон. Тусовка вот 20-х блюзманов. А go to the crossroads, да? Роберт Джонсон, Роберт Джонсон. Был во всей этой тусовке, играл на гитаре как полное говно, короче, над ним все стебались. Он исчезает на полтора года и возвращается в тусовку, типа, и уже играет охрененно. И меня спрашивают: Роберт, что с тобой, мать твою, произошло? И он говорит: я пошел на перекресток и продал душу дьяволу в обмен на умение играть на гитаре, короче. И эта байка разошлась в блюзовой всей этой тусовке, знаешь, ну, то есть по джук джойнтам, вот эта вот вся телега барная, клубная, негритянская, все это разошлось. Чувак продал душу дьяволу в обмен на умение играть на гитаре. И Роберт Джонсон помирает на какой-то ферме, типа, после выступления в каком-то джук-джойнте при невыясненных обстоятельствах. Вот, кто-то говорит, что его доконал сифилис, типа, кто-то говорит, что его отравил муж женщины, которую он там на танцах в этом джук-джойнте соблазнил, и так далее. Куча всяких версий. И он был первым чуваком, который помирает в 27 лет, и после него начинается отчет вот этого клуба 27. Таким образом, клуб 27 — это вот это вот пересечение вот этой афроамериканской вот религиозности, да, как, ну, на которую накладывается, естественно, христианство, да, что можно пойти на некий перекресток и продать какому-то демону, типа, вот эту вот свою душу в обмен на что-то, короче. Ну, вообще, насколько эта музыка соответствует времени? Потому вопрос, что, смотрите... Вообще нисколько не соответствует. Вопрос... Не знаю, я могу сказать про время. Для меня это такой довольно реально острый вопрос, потому что я терпеть не могу современность. Вот в плане того, что она себе представляет, в плане... Мне кажется, что современность, она недостаточно искренняя, мне всегда так казалось, и сейчас кажется, потому что как будто бы все сверхидеи, которые могут возникнуть, они, что ли, как-то преломляются, разбиваются, превращаются в какой-то галимый пост-мета-мета. Там, а можно вот это сразу? Даже... Она не просто там, грубо говоря, слишком много... Вот, она просто сверхкоммерциализирована, вот, в этом фишка. Тогда она вот гиперкоммерциализирована. Когда ты можешь взять любое говно, ты можешь сделать из него вирусный контент, короче, и миллионы дебилов, которые просто вот этому, им это нравится, вот эти вот все любимки, вот эта вот вся ботва. Я как бы хорошо отношусь к поп-музыке, не надо думать, что я прям, бля, сижу и, извините,
сижу и прямо вот такой, бля, это попса, я не буду ее слушать, короче. Нет, я обожаю, типа, поп-музыку, мне много чего из нее нравится. Но конкретно, когда я вижу, что вот этого придурка, который записал «Любимку», приглашают на вечерний Ургант, я думаю, ёб твою мать, блядь. Сейчас этот смысл, он просто как-то рассыпается, что ли, в труху, в какую-то из смыслов, из каких-то... Это просто как конвейер, конвейер с говном, короче, бесконечный. Слушай, у нас, например, был Big Baby Tape. Такой рэп-исполнитель. Заебись ли тебя? Школа. Я считаю, Big Baby Tape — это охуенно. Так. Когда, если начать слушать Big этого Baby Tape, ты начинаешь вдруг врубаться, если ты шаришь за этот став, что он слушал дансхолл, типа, ямайский, что он слушал ямайский даб, короче. И то есть он вот в своей музыке использует много чего оттуда. Когда я послушал Хаски, я подумал, блин, это чувак реальный поэт, настоящий поэт, типа, современности. Вот. Но Хаски — это один на... На тысячи фрешеров, ты это хотел сказать. Я это понимаю. Фрешмены. Смотри, я еще раз уточню, чтобы вернуться. То есть у тебя в голове есть конфликт между коммерчески успешным и качественным продуктом? Вот вы сказали, что... Ну, это уже коммерческий. Скорее, художественные цены лучше говорить. Хаски тоже коммерчески успешный. Я тоже, вот я тоже думаю о том, что, в принципе, мне кажется, коммерчески успешный, может проблема... быть, любой став. Наоборот, когда я вижу, что Хаски куда-то приезжает, собирает зал, мне становится чуть более спокойно. Вообще за вот за всю движуху, короче. Потому что этот чувак, он, ну, он шарит, у него есть голова. Слушай, Хаски, на мой взгляд, это продолжение рок-н-ролла, потому что это некий ответ времени. Но он не умеет. На политическую ситуацию ответ, да, вот это то, что делает Хаски. Вот в вашем случае, вот, вот эта музыка, это просто музыка или это все-таки тоже... Вы перевариваете время, вот, знаю, в котором живете. Лично для меня самое вообще ценное, самое крутое, и то, что меня лично впирает больше всего, это какой-то... Это когда, ну, когда человека, музыканта, или человека-музыканта, как бы это впирает, прям впирает так, что начинает трястись. Рок-н-ролл — это шалость. Тогда музыка и тогда какой-то творческий акт, он, как мне лично кажется, самоценен, и в этом как бы его и прикол. Но, как мне кажется, еще одна из проблем больших, вот то, что ты говоришь, некая искренность, то, что трава была зеленее, люди более какие-то, ну и вот в вот это вот все, оно еще сильно завязано на том, что в 70-е все-таки это время больших культурных и социологических потрясений. Ну, во многом. Вот. Я не говорю, типа, про там даже про ЛСД там, или про хиппи, то есть там просто там, ну там было все. И то же самое происходило как бы в музыке. То есть сейчас мы переживаем некоторый застой. Ты считаешь, что сейчас недостаточно потрясений? Да, в меньшей степени. Они, и поэтому, если есть потрясения, это есть, они нивелируются различными структурами. Ну, как то социальные... Они не сильно отражаются на культуре. Ну да, да. Они сильно... приобретают некую миметичность в соцсетях, да. Типа, конечно. Да, там картинки, есть шуточки, есть вся есть вещи, эта которые хрень, помогают типа, человеку нивелировать эти самые переживания или как-то спускать их на нет, как-то социальные сети какие-то. Огромное количество контента, которое просто валит валами, оно занимает твои мозги, не дает тебе по-настоящему переживать. Самая проблема в том, что весь этот контент — это по большому счету щит. Ну, 70% из него, не знаю, 80%. Фильмы, которые производят, ну, музыку, которые пишут. Ну, 98%, 98%, да. 98% — это полное дерьмо. Просто отвратительный щит. Скажи, давай попробуем поиграть в такую игру. Я сейчас скажу несколько групп названий, а вы скажете, вот это вот true rock'n'roll? Это интересно. Вот. Или это игра в рок-н-ролл? Погнали, например. Петлюра. Извините. Ария. Круто. Скипелло. Скипелло. Четко. Тореро, бля. Круто. Не хочешь не верить мне? Бля, не хочешь не верить мне? А-ля-ля-ля-ля. Игра с огнем. Вы не поверите, мы начали с этого день. Мы приехали в купе, и я поставил, я включил колонку и просто врубаю Тореро, короче. Я хотел поставить следующим «Не хочешь, не верь мне», и тут они уже на меня навалились, когда это вырубили дерьмо. Нет, Ария — это ништяк прям. Король и Шут. Да, конечно, само собой. Они трушные чуваки вообще. Казус Кома. Ну, да, да, да. Кис-кис. Ой, не... Блин, не слушал, короче. Я много о них слышал, еще не врубал. Грег, я слушал, поверьте моему мнению, нет. А что это? Ну как, это люди с барабанами, с гитарами. Да он просто, типа, образованный музыкант, поэтому ему не нравится всякий щит, а я люблю всякий щит. Слушай, нет, Король Шут — это ништяк. Послушай тогда Кис-кис. Король Шут — это как раз вот про искренность. Группа «Нервы». Это рок-н-ролл или игра в рок-н-ролл? Да нет, что это? Давайте. Ну, по-моему, дальше. Дальше. Анакондас. Клево. Наверное, рок-н-ролл. А чем?
Вот, а «Анакондас», я им респектанул вот уже за это все старое дерьмо. И пусть палеонтологи трясутся в гневе, откопав нас в позе 69. Вот эта вся ботва, типа, мне они нравились на первом курсе. У меня от них вот это вот ощущение сохранилось до сих пор. Поэтому, когда они нас позвали к себе на разогрев, я подумал, блин, прикольно, я уже 1000 лет их не слушал, а теперь такое дело. Вот, а теперь они у Дудя. Ну, как бы клево, потому что чуваки на самом деле... Ну, они нормальные типы, они, типа, ничем не притворяются, они не пытаются там ничем оказаться. Ну, то есть, это больше про искренность? Ну, вот тебе нравится они искренность своей? Потому что музыкально они совершенно другие. Ну, музыкально они откровенно щитовые, короче. Ну, то есть... Я закончу. Держи, еще два вопроса про группы, потому что мы их собрали здесь. У меня их просто не так много. «Психея». Круто, охуенно, блядь, можно очень круто. Прям вот просто вот шагать по этому всему. Главное шагать. Шлюха, песня «Шлюха» — это топ 2000-х годов вообще. Просто топ вообще всего, что там делали. И в конце «Гражданская оборона». В конце «Ебищак», да. Я считаю, что на русском языке практически никто так не работает со словом и с образами, как Летов и Эдик Старков из «Химеры». Мне кажется, вообще никто ее просто переоценили интеллектуалы вроде Семена, но вообще «Гражданская оборона» — это заебись. Вот, «Химера» — пизжи, кстати. Грег, а твой отец нарколог? Да, психиатр, а потом психиатр-нарколог. Почему у него не получилось? Он не пытался. Ну, по отношению к этому... Он меня не воспитывал. Вообще? Ну, да, он, типа, жил всю жизнь в Ухте, а я жил почти всю жизнь в Москве. Но он меня видел один день в 17, перед этим он меня видел в первом классе один день, типа, или, может, несколько дней, типа, и потом уже я приехал в Ухту, и мы с ним там бухали 10 дней. А не было желания как-то с ним посоветоваться? Ну, в смысле, относительно чего посоветоваться? Ну, относительно, не знаю, образа жизни, вредных привычек. Наркология — это не образ жизни. Всех нас консультировал, не помогло. Наркология, блин, ребят, вы что, наркология — это не образ жизни. Ну да. Наркология — это болезнь, это зависимость. Ну да, 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 да. Мы реально, реально полные уроды. Это не какой-то кичи, потому что, ну, это было бы как-то по-школьному. Кичиться этим. Но я вот в Питере занимаюсь, по сути, только тем, что музыкальный все вот этот эстеблишмент. Да мы, ну, мы все вот в этом всем варимся. Я не стану утверждать, что я знаю всех, кто играет в Питере, но я знаю 90% групп, которые играют в Питере. Из них, наверное, 70% лично знаю. Из всех, кто играет. И реально из всех, вот из всего вот этого когорта мы самые ебланы. Мы реально больше всех торчим и больше всех бухаем. Oh,
Камер делаю. Ой, бля, точно. А есть люфт? 10 минут. Люфт курить?